You are about to start your first walkthrough. Different choices lead to different parts of the story. We recommend watching the film at least twice to reveal the whole plot. It's like that other game where you made choices in a movie. Movie night. Every choice matters. Every game says that, though. Start? No. Alright, guys, we tried that game. Every choice did matter. They matter. Choices matters. Yes, let's start. Oh no, he's bleeding. I enable red again, guys, by the way, so you can type it if you want. Sorry for the immersion. We've been tipped off that a man had been killed in your club. Wait, was there subtitles? There it is. Okay, immersion engaged. Oh, it's dubbed. Did I set it to Russian or what? Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Да, и скажи, чтобы мешков взяли побольше. Они нам еще сегодня пригодятся. Real graphics. That take care of the body? Okay. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Помогите снять. Стоять. В вашем положении не советую до него дотрагиваться. Статью 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Ну так если статью никто не отменял, может, мы пройдем в офис и там подождем ваших спецов? А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас свалите. И какой в этом смысл? Охранник был уже мертв и не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск, чтобы повесить тело. Да он буфовый был. Врубил режим Рэмбо. I meant to hide it. Нет, ну
пьяный бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. И у него есть адресат. Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Let me just ban that guy who keeps spamming over and over. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Нет. Только то, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы имеете право на его присутствие. She's my girlfriend. Ситуация начинает проясняться. This is not what take care of body means. Being on Games for Contact is it? Где второй? Кто? Ну? И что у вас здесь происходит? Меньшим слюни был же. И что? Официант нос вмял. Ну и? На Леху он с бутылкой кидался. Ну, они привели его сюда. Ну, дальше. Остудите. Остудили, блядь? Это постановка. Он действовал по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью. Поэтому тело пришлось спрятать. I wanted to kill him. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за хлебными крошками. Discord.
И ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Being smart, being a pussy. Look, I hide, and now I can just go. Now I make him come close, and I cut his throat. Give me a choice to kill him, please. How does she know? She thinks she's so fucking smart. Why are you looking at the lamp? Why would you look at the lamp? Сегодня часто бьются лампы. Okay. She's the killer. She's a stream sniper. Где? В подсобке возле зала. Так вот, нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Он стоял прямо за его спиной. Wow, she's really good. Вас окружают дилетанты. What? Подожди, сейчас солнце дозвоним. Найс. Make me food before I kill them, fathead clap. Yes, okay, Underlord patch is out. About 10,000 of you have written it. I have acknowledged it now. Thank you. Thank you. Spam it some more, please. Plan. Kill them. Follow the plan.
What plan? Эй, друг! Не в службу, подай отвертку. Stab him. Держи. Держишь? Угу. Спасибо. Спасибо. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше. They know. Юрий Евгеньевич! Юрий Евгеньевич! Я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. WTF. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. I'm Chinese. Tattoo and he's got this thing on him. What? How? He has a hoodie on. The peg on his neck, he had a tattoo. А я думаю, есть что. She's cheating. She's... Thing was seven. Everyone subscribe right now. Vino, I think it's 58 months. No choice has mattered so far. Okay, I will subscribe right now. Switching to thank you. Как он узнал? А я откуда знаю? Это вас надо спросить. How does she know? I guess.
Доложу тебя за это собакам скормит. Посмотри стариков. Но он же из-за любой мелочи, как порох взрывается. Стой, сосок, подожди, я знаю. Он ушел дальше по коридору. Hello, Chad. Другого варианта у него нет. Идемте. I will buy it on Steam TA, Chad. If you refresh my page, you can see what game I'm playing. Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем, и ты будешь выполнять свою работу. Вы знаете, это девушка? Тамьяна. We got him. But why would he leave that? Take it. We're gonna fucking take this shit. Are you stupid? You know how many millions we can make? He left a picture of himself. Куда вы? За дочерью. It's my birthday. Please curb sound me until I stop moving smile. Thank you, Hogman. I'm in here. Kill him. What? I killed your daughter, smiley face. Dad, it's dead here today. I went home. I can't read as fast. Тот, кого вы нашли в подсобке. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Хабиби, а вы обо всех его поклонниках сохраняете газетные вырезки? I was here. Creep.
She looks like anime. What the fuck? Whoa, whoa, whoa. It's allowed, guys. It's allowed. It's allowed. Сегодня отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Хорошо? Camera in bathroom. Дайте. А тут теперь Яна хозяйничает. Она уже несколько месяцев управляющая. Скажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвони, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. That man has a beautiful beard. Wish I knew what color it was. Too many shadows. Can't make it out. Please help me check. Держи ее. Orange. Все на пол! Дальше, Адока! Он где-то здесь. Follow the plan. Закройте шторы. Держи дверь. What? I planted a bomb. Можно подняться. Not pleased. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? We found him. Это хорошо, что ты еще здесь. Я думаю, вам не стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Аккуратнее. Он может выстрелить через дверь. All hail to our Lord and Savior, Billy Harris. It won't be forgotten. Just die! What? Ну, здравствуй. One.
a guard? Buddy, I think you got the wrong door. 11 Club's 2 blocks down. Yeah. Oh, no. Your own daughter. Ночной клуб «Рай». В подсобных помещениях произошло тройное убийство. В комнате со стульями, в вентиляционной шахте вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Я просто хочу выспаться. Все, пока. Ты отцу позвони, когда этот вылетит. Все хорошо? Да.